Для того, чтобы приготовить невероятно вкусную ковришку, нужно для начала заварить крепкий чай. Изюм заливаем кипятком и оставляем на 5-10 минут. А тем временем можно включить духовку, чтобы она успела прогреться до 180 градусов до того, как наше тесто будет готово. В глубокую миску просеиваем 300 грамм муки. Всыпаем 2 столовые ложки какао-порошка, 2 чайные ложки разрыхлителя и 1 чайную ложку корицы. И тщательно перемешиваем эту нашу сухую смесь. Берем наш чай и добавляем в него 3 столовые ложки меда и хорошенечко его перемешиваем до полного растворения. Как мед растворился, то добавляем еще 100 грамм сахара и также хорошо его перемешиваем до полного растворения. Затем берем нашу сухую смесь и добавляем щепотку соли. Хорошо перемешиваем. И добавляем наш сладкий чай к сухим ингредиентам. Все это хорошенечко перемешиваем. И добавляем 100 мл растительного масла. Всю нашу смесь еще раз хорошо перемешиваем и добавляем наш изюм. Вымешиваем наше тесто. Форму для выпечки выстилаем пергаментом и выкладываем наше тесто. Ставим в разогретую духовку на 40 минут. Готовую ковришку достаем из формы и остужаем. А затем посыпаем сахарной пудрой. Вот такая вкусная, мягкая и ароматная ковришка у нас получилась. Приятного аппетита!